Детальніше про ситуацію на Близькому Сході, війну між Ізраїлем та Хамасом. Поговоримо про це з Сергієм Ауслендером, ізраїльським журналістом. Я тебе вітаю, Сергію. Да, приветствую. Отже, операція «Залізні мечі» триває. Розкажи нам, на якій стадії нині Цахал? Ну, армія достигла побережжя моря, наступає з востока на запад, відповідно, по лінії там Карні-Ніцарім, і повністю відрізала город Газа, газовську агломерацію від остальної частини анклава. Там сейчас город окружен, идут тяжелые бои, армия продвигается внутрь, так вот очень равномерно сжимая кольцо. То есть нет каких-то вклинений внутрь города, чтобы избежать, там, не дай бог, какого-нибудь небольшого котла или дружественного огня. И вот кольцо сжимают вот так вот очень равномерно. Продвигаются к центру города, ну до центра там еще довольно далеко. Бои тяжелые, армия движется медленно и осторожно, чтобы вот минимизировать свои потери. Они уже есть, к сожалению. То есть у нас там порядка 30 убитых и порядка 300 раненых в израильской армии. У палестинцев там, ну, у террористов наверняка намного больше, но мы толком даже их потерь не знаем. Во всяком случае, армия там сообщает о сотнях уничтоженных террористов, уничтожают их инфраструктуру, в том числе ударами с воздуха. Очень большая нагрузка такая на боевых вертолетах, на вертолетчиках, на наших, которые вот исполняют роль такой летающей артиллерии, поддерживают действия пехоты и бронетанковых войск. Очень так плотно используют тяжелое оружие, то есть минимизируя как бы контакт с террористами, такой близкий контакт, да, ну, чтобы, опять же, избегать больших потерь. Так что, в общем, операция развивается в соответствии с планом, как сказал наш министр обороны, который давеча вот посещал штаб Южного округа, а именно Южный округ отвечает за вот проведение операции, наземной операции в Газе. И щодо туннелів, які результати дає наземна операція там? Ну, туннели обнаруживают и уничтожают, используют там взрывчатку, стараются туда особо не соваться, их подрывают просто в тот момент, когда их обнаруживают, используют различные технические средства, в том числе там дистанционно управляемых роботов. Есть специальный такой у нас, специальный спецназ, да, то есть это в составе инженерных войск есть спецназ «Яалом». И в его составе есть отдельные подразделения, подготовленные для действий в туннелях. И вот они тоже этим занимаются. Пока задача вот все-таки завершить наземный этап операции. Потом еще отдельно будут заниматься поисками тоже уже плотными туннелей. Сейчас вот задача пробиться к больнице Шифа, под которой находится главный бункер Хамаса, где, по всей видимости, скрываются его главари. Ну и там, в общем, с ними разобраться, не знаю, там в пленных взять или уничтожить, там как получится. Я так понимаю, про туннели уже давно известно, что там очень протяженная такая сеть, там сотни километров буквально. Это фактор очень сложный, и потери мы несем в том числе из-за действий террористов из туннелей. Поэтому, вот, собственно, армия проявляет такую крайнюю осторожность, потом будут еще заниматься отдельными их поисками и уничтожением уже даже после завершения там наземного этапа, то есть сражаться приходится вот в таком двухмерном пространстве на земле и под землей. Щодо полонених, одна з основних цілей наземної операції – це звільнення полонених. Скільки ізраїльтян у полоні, які дані? І от ті публікації про те, що Хамас нібито вже готовий до обміну і готовий до перемовин щодо обміну. Що тобі відомо це? Чи правда це? Ну, на данный момент подтвердили, что у них находится 241 заложник в руках. Там люди совершенно разные, от 9-месячного ребенка до очень таких пожилых людей, пенсионеров буквально. Много военных у них в руках, судя по всему, находится захваченных вот на этих базах 7 октября. Даже вот с учетом 5 заложников, которых освободили, 4 они сами отпустили, и одну девушку военнослужащую освободили вот в ходе специальной операции, такой точечной, пока судьба заложников не ясна. Там видео они выкладывали пару раз, но оно там не очень такое, ну, то есть непонятно. Там на одном из видео одна девушка, на втором было 3 женщины. Все, вот больше мы ничего толком не знаем.
Что касается всех этих разговоров о сделках и прочее, Израиль воспринимает их как часть психологической войны. То есть Хамас постоянно давит вот на этот нерв, да, предлагая там какие-то сделки через посредников. Естественно, напрямую мы с ними не общаемся. Там, давайте вы нам там дадите, не знаю, топливо, а мы там 50 человек отпустим, или вы прекратите на 5 дней огонь, а мы там отпустим 100 человек с иностранными паспортами и так далее. Но вот у нас относятся к этому так. Это психологическая война. И Хамас, прекрасно понимая, насколько для Израиля вообще это болезненная история, да, насколько для израильского общества это очень болезненная тема, он пытается вот на эту болевую точку все время давить, но пока не поддаемся. То есть было сказано, что мы ведем наземную операцию, цель которой уничтожить Хамас, параллельно цель освободить заложников. Вот эти две как бы цели, они вот, ну, как бы осуществляются параллельно, что ли. То есть Израиль предложил, не предложил, а как бы выдвинул условия. Вы отпускаете всех заложников без, как бы, без разницы там, с паспортами или без иностранными, и сдаетесь. И тогда мы прекращаем огонь. Но пока вот ответа не было. І напередодні лідер терористичної організації Хезболла Гасан Насралла назвав головною метою припинення вогню в секторі Газа, а лише другорядною перемогу Хамас у протистоянні з Ізраїлем, і назвав цю війну суто палестинською. От про що це говорить? Ну, трудно сказать, потому что мы на Ближнем Востоке, а здесь слова имеют всегда много слоев и много смыслов. Но в целом пока вот, во всяком случае, из того, что он сказал, вывод сделали такой. Хизбалла не хочет вступать в войну, в полномасштабную войну с Израилем за палестинское дело. Да? Вот мы с ними уже бодаемся, так не соврать, лет 30, да, и ни разу они не воевали с нами ради палестинского дела, ради своих каких-то интересов, да, они подчиняются Тегерану, да, но чтобы вот заради палестинцев принести в жертву Ливан, а все прекрасно понимают, что, глядя на Газу, что сейчас там происходит, вот то же самое будет со всем Ливаном, да, и об этом уже было сказано, что цена вопроса будет такая, и Хизбалла начинает против нас полномасштабную войну, мы сносим Ливан. Все, вот под корень буквально весь этого государства не будет существовать. Плюс к этому американцы там добавили, сказав, что опубликовали карту иранских всяких там стратегических, военных, политических объектов и сказали, что вступление Хизбаллы в полномасштабную войну против Израиля будет означать вступление Ирана в эту войну, и ответный удар будет не только по Хизбалле, но и по Ирану. Мы уничтожим там иранское руководство, корпус стражи исламской революции и так далее. Для этого здесь вот в Средиземном море, сейчас там, по-моему, западнее Кипра, сосредоточены очень серьезные силы американского флота, да, подошел второй авианосец Дуайт Эйзенхауэр, да, вот они там в точке рандеву встретились с первым, и вот вся эта силища сейчас там кружит где-то на траверзе Ливана, ожидая, что же, собственно, будет происходить. Американцы твердо пообещали, любая третья сторона, организация или государство, которое вступит в войну против Израиля, будет иметь дело уже не с нами, а с ними, с американцами. Поэтому, по всей видимости, Хизбалла, ну, в смысле, Хасан Насралла, да, вот лидер Хизбаллы ограничился такими словами поддержки в адрес палестинцев, вы молодцы там, конечно, вообще красавцы и все такое прочее, но вы там держитесь, а мы пока вот тут, значит, посмотрим, чем все это закончится, потому что ему тоже жить хочется, и он прекрасно понимает, чем все закончится. Вопрос, опять же, в субъектности, насколько он сам примет это решение, либо он получит прямую инструкцию из Тегерана. Поэтому уже все угрозы сейчас адресованы даже не ему, а Тегерану. Тобто, поки що попередження американців діє для Тегерану, і Іран не підключається до цієї війни? Нет, не подключается. То Иран ведет против нас прокси-войну. Да? Хуситы в Йемене, там какие-то иракские милиции шиитские в Сирии и вот Хизбалла. Ну, Хамас в известной степени тоже там с Ираном находится в сожительстве. Поэтому напрямую Иран, конечно, с нами вступать в войну не хочет, понимая, что он даст нам уже такой очевидный казус белли, там, повод к войне, и мы уничтожим там ядерные объекты, там все снесем вместе с американцами, и это будет означать, вероятнее всего, конец иранского режима. Поэтому они тоже не хотят такую вот такую козырь в руки нам давать. Поэтому все, сейчас ситуация подвисла так несколько в том смысле, что север, вот северная граница с Ливаном остается такой переменной, пока не очень понятной. Там продолжаются перестрелки, то есть там идет
в общем, сражение такое приграничное с Хизбаллой. Израиль уже перешел к превентивным ударам. Если раньше отвечали ударом на удар, то сейчас атакуем уже сами. И сегодня вот после атаки на один из наших постов приграничных, то есть израильская авиация работала уже по целям в глубине Южного Ливана. То есть Израиль тоже как бы готов повысить ставки. Но пока мы этой войны не хотим на севере, потому что воевать на два фронта будет, конечно, значительно тяжелее. Але Алжир готовий оголосити війну Ізраїлю. Це друга арабська країна після Ємену, яка висловлює підтримку Палестині. От які загрози вони можуть створювати для держави Ізраїль? Никаких. Вот. Это чисто символический жест. Ну, что Алжир может нам сделать? К тому же рядом с Алжиром Марокко, это наш военный союзник, да, прямой военный союзник уже много лет. Поэтому, а у них там с Марокко постоянно какая-то разборка идет из-за Западной Сахары, там бесконечная. Поэтому я не думаю, что Алжир чем-то может нам сильно угрожать. Ну, не знаю, там запретит въезд там израильтянам. Они и так туда не ездят. Это как Боливия, которая вот отозвала посла у нас, да, и разорвала дипломатические отношения. Ну, тут все посмеялись, потому что Боливия, как бы, с точки зрения там сотрудничества с Израилем экономического, ничего нам никогда не давала. Она вообще, по-моему, кроме кокаина ничего не производит сейчас в данный момент. Это, во-первых. Во-вторых, в 2010 году они уже разрывали с нами дипотношения, потом восстановили, потом сейчас вот опять разорвали. Ну, окей, как бы переживем без Боливии, ничего страшного. І Сергію, пропоную поговорити і про візит Блінкена. Анонсувалося те, що будуть говорити про короткі перемир'я, паузи. От чи вносили таку пропозицію? Да, идут разговоры о том, что вот американская администрация просит там о гуманитарных прекращениях огня. Израиль, в общем, категорически против, да, и просит Белый дом не связывать нам руки, уже в конце концов дать нам возможность закончить всю эту историю с Хамасом. В принципе, если речь идет о краткосрочных прекращениях огня, там, не знаю, на несколько часов для того, чтобы дать возможность еще там гражданским покинуть зону боевых действий, окей, я думаю, на это согласятся. Если там речь зайдет о долгосрочном, там, за 5 дней, вот как просил Хамас, это совершенно невозможно. Это даст им возможность там перегруппироваться, там как-то подтянуть свою логистику и так далее. Сейчас вот вопрос в том, чтобы непрерывно воздействовать на Хамас, вот прям вообще без перерыва, 24/7, для того, чтобы их уже добить в секторе Газа, и чтобы этой больше угрозы для нас не было. Есть момент такой некоторого давления со стороны американцев, пока не очень явного, не очень сильного, в основном касающегося всякого рода гуманитарных вопросов, но пока вот в целом в американской администрации есть такое вот, ну, есть такое убеждение, что с Хамасом надо историю закончить. Поэтому вот Израиль имеет право на самооборону, как сказал Блинкен, и даже должен обороняться в данном случае. А как взагалі оцінюєш от його візит, результати цього візиту? С чим їхав і з чим поїхав? Ну, трудно сказать. Он к нам зачастил в последнее время, да, Нетаньяху, он там чуть не каждый день с Байденом разговаривает и так далее. То есть там идут постоянно какие-то разговоры. И Блинкен приезжал, видимо, там говорить о том, что, как, насколько я это себе вот вижу, он приезжал для того, чтобы задать главный вопрос, каким вы видите послевоенное устройство Газы, после того, как вы там Хамас-то уничтожите, дальше-то что вы будете делать с этой территорией, кто ее будет администрировать, а, возможно, привез какой-то план, которые предлагают американцы. Американцы, у них всегда есть план. И вот они вот этот план привез. Что это за план, мы пока не знаем. Пока ни один из возможных вариантов вот, решения этой послевоенной проблемы Газа не озвучен в качестве вот такой общепринятой рабочей концепции. Что это будет? Мы пока этого не знаем, но вот сейчас эти разговоры идут, и это очень, кстати, важный момент. Что мы будем делать в 6 часов вечера после войны? Кто будет управлять этой территорией, потому что Израиль ее управлять не хочет. Сергію, дякую, що ти знайшов час і доєднався, і за твою розповідь. Це був Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст.